Инспектор ГЖИ Московской области постоянно совершенствует свои знания и навыки в области эксплуатации управления жилищным фондом региона. Недобросовестным управляющим компаниям практически невозможно скрыть недостатки и пробелы в своей работе от пытливого глаза сотрудника госжилинспекции. На сегодня жилой дом, на квартирный, современное оборудование, да, это 21 век на дворе, огромное количество, значит, специальных инженерных систем, это и лифты, это электрооборудование, там, инженерная система. И так далее, которые требуют, ну, первое, квалифицированного обслуживания, и второе, контроля, да, грамотного специалиста. Ведь от того, в какой среде живет наш житель, да, так сказать, он должен прийти с работы, да, там у него должен быть свет, должен работать лифт, чистый подъезд, зависит его, ну, комфортное, безопасное проживание. Поэтому инспекция тоже идет в ногу со временем и, соответственно, осваивает новые технологии, изучает новые, значит, направления в лифтовой отрасли, так сказать, для того, чтобы контролировать более качественно, более грамотно управляющие организации, специализированные подрядные организации. Сотрудники ГЖИ, включая министра, в течение дня слушали лекции в образовательном центре «Лифтека», а также освоили навыки на практике. По возможности принимаем во всех мероприятиях участие, познаем больше, узнаем и, естественно, с этим работаем. Ни один лифт, да, на территории Московской области не останется без надзора, и наши инспектора будут осуществлять это в рамках действующего законодательства. В регионе количество лифтового оборудования увеличилось в несколько раз. Лифт – объект повышенной опасности. Сложный механизм позволяет за несколько секунд поднять человека с одного этажа на другой и обратно. Здесь важно, чтобы оборудование было исправно и работало бесперебойно. Надзор за этим проводят инспекторы ГЖИ. Инспектор, который находится в поле, у него, ну, голова – это такой компьютер своеобразный. Да? Он должен знать нормативы, должен знать строительные нормы и правила, так сказать. Ну и самое главное – знать, как их применять – и требовать исполнения с управляющей организацией. По итогам учебного дня было проведено тестирование. Инспекторы ответили на ряд основных вопросов. По результатам аттестации каждому вручено удостоверение прохождения обучения по эксплуатации лифтового оборудования. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».